Почему американские дальнобойщики зарабатывают от 20 тысяч долларов в месяц? Да ответ простой, они проезжают большие расстояния. Даже женщина-трак-драйвер может смело проехать больше 700 миль, а точнее больше 1200 километров. Точнее этому подтверждение. Вот женщина, она выложила... Сегодня проехала 578 миль. ...видео в ТикТоке, в котором рассказывает, как смело проехала 1245 километров на изи за 11 часов. Конечно же, это реально. Я лично проезжал по 750 миль за 11 часов, даже оставалось время. Но всегда ли это получается? Скорее всего, это единичный случай. Потому что если проезжать каждый день по 700 даже миль, посчитайте, по 70 центов, сколько это будет денег. Получается, за 30 дней можно проехать 21 тысячу миль. И умножить на 70 центов получится 14 700 долларов. Ну, а вы напишите в комментариях, сколько вы проезжаете в среднем за месяц, считаете или нет. И сколько у вас месяц, 30 дней или, как у многих, 40. И получается ли у вас заработать почти пятнашку, или все-таки вы зарабатываете в два раза меньше. И если вы хотите посмотреть это видео, где она рассказывает, что она проехала такое большое расстояние, заходите в шапку профиля, в мой телеграм-канал, подписывайтесь, там есть видео с ней.